В особо крупном размере главным следственным управлением Следственного комитета России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело против Надежды Маршалкиной, которая последние 5 месяцев работала в должности заместителя министра экономического развития края. По предварительной версии следствия, в 2013 году подозреваемая, занимая должность директора краевого учреждения «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья», получила от одного из учредителей общества с ограниченной ответственностью взятку в особо крупном размере за гарантию договоров на госконтракты. Взамен ей было обещано 10% от суммы будущей сделки, что составило 17 миллионов рублей. Часть взятки Маршалкиной передали в виде автомобиля марки «Мерседес» за 3 миллиона, а оставшиеся 14 миллионов рублей перевели на расчетный счет фирмы, учредителями которой являлись она и ее супруг. В настоящее время автомобиль изъят, а следователь устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении ходатайства перед судом одного из районов города Красноярска с целью избрания в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. С ней идут следственные действия, и по результатам которых будет принято решение о ее задержании в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Это часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса.